Дорогие друзья, мы сегодня собрались в Государственной комиссии по делимитации, демаркации государственных границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой для того, чтобы решать все возникающие проблемы, споры, которые остались для наших народов, для наших государств от истории. У нас сегодня состоялся очень отборный разговор, инициированный главами наших государств. То, что произошла трагедия на приграничных районах, она никогда не должно повториться. Потому что на этом участке живут наши народы долгий исторический период. Народы очень дружны, они особую какую-нибудь претензию между собой не имеют. Мы должны, политики, решать на правовых основ все вопросы и дать возможность нашим народам жить в традиционном мире и дружбе. Сегодня, когда мы обсудили вопрос, достигнуты принципиальные согласия на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на киргизской, таджикской земле. Я думаю, что, я убежден, что мы это делать можем, что мы будем в скорейшем времени решать все проблемы, и наши народы будут жить, как всегда, в дружбе, взаимопонимании, и будет обеспечена полная стабильность. Спасибо.